Шеф-повар Максим Григорьев. Филе индейки с соусом песто. Мясо индейки хорошо сочетается с пряными травами. С соусом песто филе приобретает сочность, пряный запах и нарядный вид. В теплом виде рулет подавать с салатом, либо с любимыми гарнирами. Холодный рулет, тонко порезанный пластинками, хорош как перекус, заменяет магазинную колбаску. Надеюсь, понравится. Время приготовления – 1 час 30 минут. Ингредиенты. Индюшиное филе 900 грамм. Масло оливковое экстра вёрджин 50 мл. Орехи грецкие 50 грамм. Перец душистый 3 грамма. Петрушка свежая 1 пучок. Розмарин свежий 3 веточки. Соль морская 1 грамма. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Филе индейки помыть, обрезать пленки и жилки. Зелень помыть, обсушить. Отвесить масло, орехи и специи. Почистить 2 зубчика и чеснока. Шаг 2. Зелень и чеснок порезать. Орехи измельчить. Зелень, орехи, чеснок, масло, соль и перец поместить в блендер. Шаг 3. Измельчить в блендере все компоненты до пюреобразного состояния. Получается соус песто. Выложить песто в чашу. Шаг 4. Выложить филе на доску и разрезать в форме бабочки, то есть разрезать вдоль по горизонтали, не прорезая до конца, и развернуть. Шаг 5. Выложить 2/3 песто на поверхность филе и распределить. Я это делаю руками, как бы вбивая соус в мясо. Шаг 6. Завернуть мясо рулетом. Шаг 7. Перевязать рулет пищевым шпагатом. Шаг 8. Жаропрочную посуду выстелить фольгой, поместить рулет. Смазать поверхность рулета оставшимся песто. Добавить немного чеснока и зелени для усиления аромата. Шаг 9. Фольгу плотно завернуть. Духовку нагреть до 230°С. Поместить рулет в духовку. Через 15 минут понизить температуру в духовке до 190°С, запекать мясо 45 минут. Шаг 10. Вынуть форму с мясом из духовки, открыть фольгу и вернуть мясо обратно в духовку на 15 минут. Выключить духовку, приоткрыть дверцу и оставить мясо на 15 минут. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.